Очно и онлайн одновременно пройдет в Заречном августовская педагогическая конференция. Такой формат работы внедряется впервые. Дело в том, что из-за ограничений нет возможности собрать вместе всех представителей педагогического сообщества, как это делали раньше. Поэтому выступающие и часть слушателей придут в департамент образования, остальные смогут посмотреть прямую трансляцию на YouTube. Тема конференции – интеграция общего и дополнительного образования. В Заречном наработан разнообразный опыт в этой области. Та система взаимодействия, связанная с успешным выбором образовательной траектории каждого ребенка, которая имеется в нашем городе, она начала выстраиваться задолго до того, как вся страна заговорила о том, что необходимо работать вместе. Именно тогда мы воспитаем успешного, обладающего всеми компетенциями выпускника школы. Чтобы усовершенствовать, развить и дополнить эту систему, педагоги и соберутся на конференции. Они обсудят различные аспекты создания единого образовательного пространства. Педагог дополнительного образования – это не редкий гость в учреждении, а член образовательного процесса полноправный, который, реализуя свои задачи, также помогает воспитателю, дошкольнику и учителю в школе реализовать те учебные задачи, которые они имеют каждый на своем месте. По традиции, на конференции отметят молодых педагогов, которые только пришли работать в учреждение образования Заречного. В этом году их 13. Это разные направления деятельности. Это учителя начальной школы, это учителя-предметники, это узкие специалисты, психологи, логопеды, социальные педагоги, это педагоги дополнительного образования. Впервые в конференции смогут принять участие родители. Им тоже будет доступна онлайн-трансляция. Отдельным блоком станут ответы на вопросы горожан, которые они присылали заранее. Конференция состоится 27 августа. Начало в 10 часов. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».